Ну, неудобно же уйти. Ты, Ирка, чеканутая, что значит неудобно? Видишь купальник? Продавец чего-то объяснял, финтил, откладывал в сторону, а я настояла. И всего 6 долларов. Что за ткань? Какой-то модерн, супер. Торчок, расцветка умеет они. Не говори, какие здесь шмутки, а какие шикарные магазины. Но у нас все равно лучше. А у нас лучше. У нас лучше. Ой-ой-ой! Что это? Это из серии сюрпризов, я читала. У меня ребенок. Мы должны сидеть вместе. Мой муж хуже ребенка, за ним ухаживать надо. Коля, Петя, давайте сюда. Хочу кокошку. 5 наших туристов оказалось в другом салоне. Можно они перейдут сюда? Нельзя. Пожалуйста. У нас неполная загрузка. Может быть, вы пересядете на другие места? С какой стати? Я работник посольства. Пристегнитесь, пожалуйста. Вот это коза. Нельзя. Да брось, с курса не собьемся. Вам нужно уметь себя вести. А я умею. Можно пройти? Пожалуйста, сидите на местах. А нашим? Можно туда? Там что-то происходит. И вы тоже сидите. Мы когда-нибудь полетим? Полетим. Кормить будете? Будем. Кроссвордика не найдется? Не найдется. Если вы еще раз возьмете за руку нашу девушку, или скажете хоть одно грубое слово, я вас высажу. А стоимость билета отнесу за счет вашего министерства. Иди. Отойди от меня, шмундиферка! Кто тебе дал право ко мне прикасаться? А то я так прикоснусь. И ты, Бурмыла, не лапай! Ирочка, солнышко, с полицией нельзя сейчас драться. Сейчас вручили. Что? Предписание. В случае содействия вылету самолета без разрешения, я буду оштрафован на 10 тысяч долларов. Плохо его дело. Таких денег он никогда не накопит. Не беда. Он подаст в их неместком заявление материальной помощи. Да пошли. Глеб Антонович, если сейчас не взлетим, то возникнет проблема с нашим рабочим временем. У меня вопрос. Да. Серьезный, можно? Да, пожалуйста. Вы мне снились в белом платье. К чему бы? О, Господи. Уже кормили, а? Скажите, пожалуйста, а в Москве в управлении гражданской авиации знают о задержке рейса? Конечно. Они не сообщают родственникам? Каким родственникам? Членов экипажа. Ну, папу, маму. Зачем? Чтобы не волновались. Первый рейс, что ли? Да.